трудный матч был с хорошей командой, очень хорошей организованной командой. В принципе, объективно говорить, игра была до гола. В первом тайме мы выглядели, может, чуть лучше. Во втором тайме, может, чуть иногда моменты выглядело Ислыч получше. Поэтому здесь все решал эпизод. Мы создавали какие-то, может, какие-то моменты были. В общем, ну, очень напряженная игра, Чебодай с хорошим нападением, очень организованная команда. Инсане, Комаровский, Макась, игроки достаточно высокого уровня впереди. У них вообще команда, хорошая бойцовая команда, хороший тренерский штаб, самобытный футбол играет. Поэтому мы, ну, рады победе. Хотя по этой игре, может быть, там, то, что не огорчили. Обе команды играли на победу, нам, может быть, повезло чуть побольше. А так, плюс-минус, я думаю, была равная игра. Хорошая игра, думаю, что зрителям она понравилась.